Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Надежда, и моя писклявая Доминика. Нельзя качели высоко-высоко. К нам домой вернулись дети, и теперь у меня голова болит больше. Каринка. Все, значит, Карина, мама. Ну, спокойная, хорошая девочка у нас была, явились. Старшие дети, и меньше начала пищать и визжать. Дорогие друзья, уже 6 часов вечера, начало 7. Могу. 31 градус тепла, жары. Вот, мы сейчас с Антошкой. Так, кто не знает, у меня появился новый автомобиль Deo Lanos. Вот, вчера с 8 утра до 5 вечера я простояла, не смогли мы ее... То есть даже подать документы, снять с учета, то есть переоформление. Мы только вчера успели напечатать заявление и сделать осмотр автомобиля. Уже заговариваюсь. Так, возьму телефон. Вот, потом что? Мы приехали домой. Я приехала домой, сварила 3 литра варенья клубничного и поехала в ночь на работу. Сегодня я с ночной работы опять к 8 утра. Вот, поехали мы в ГАИ оформлять машину. Оформлять машину, но нам повезло то, что вчера тот, кто не успел подать документы, но стояли в очереди, записались в список. То есть я была 22-я по очереди. И получается в 10 часов дня сегодня уже документы мы подали на оформление. Вот, в 10:30 я уже получила документы на автомобиль, съездила на рынок, купила цыплятам комбикорма и купила цыплят бройлерных, 10 штучек. Кто смотрел предыдущий шортс, тот уже знает, о чем я говорю, и показывала. В принципе, лень идти показываю, честное слово, но когда-нибудь в ролике я вам покажу. Вот, положу телефон в руках, а то штатив держу рукой, нужно менять руки, неудобно. Вот. Позавчера днем я прополола томатики. Висит ковер, бабушка повесила. Вот, прополола томатики. Где такое, как долезла. Смотрите, как интересно. У меня растут томаты. Не знаю, видно вам, не видно. Сейчас постараюсь вам. Ну, вот тут вот эта сторона более-менее, вот они все нормальные. И тут тоже только там один. Он был обломался, у меня вот там он сидит. Он был обломался и пустил пасынки, и уже даже цветет. Вот он, красавец. Не видно, что будет этот ковер. Мне тут мешает, не знаю, бабушка тут повесила. Неправильно. И снять я его одной рукой не сниму. Хочу вам привести в пример. Блин, ну сейчас я сниму этот ковер. Немножко разозлилась. Не люблю, когда в парник вешается какая-то либо одежда. Веровок понавешивала бабуля. А я теперь хожу, постоянно за шею цепляю. Скоро повешусь. Смотрите, томатик не очень хороший. Да? Видно, что он такой маленький. Да? Вот он. Не очень хороший. Потом вообще он какой-то замухроныш. Потом вот какой хороший томатик. Весь такой уже, да? Цветочки. Вот тут уже даже есть. Это я все один ряд показываю. Это все в одном ряду не растут. Уже есть томатик. Тот был поломанный. Ладно, с тем тому мы прощаем. Это все, дорогие друзья, не помню, как называется сорт. У меня все записано, но сейчас не могу посмотреть. Это все один сорт. Почему? Два крайних хороший. Тот поломанный, я понимаю, почему. А те два крайних вообще никаких. Следующий ряд тоже непонятно что. Более-менее непонятно что. Хороший, уже даже с томатами. И там как-то такое вот. Звонил Саша, и это самое, пришлось отвлечься. Так вот, интересно очень, да, смотрите, как растут томаты. Даже вот взять цитрину. Вон какое низенькое, чуть повыше. Вот какой огромный. Ну, он как-то огромный, но пушистый. Этот огромный в один ствол. Тут в два ствола он растет. В один ствол и какой-то замухроныш. Вот. Что в теплице творится, не знаю. Но томатики завязываются. Вижу, что есть. Вот.
Пока не могу я их подкормить. Полить и подкормить чуточку попозже, пускай немножко похолодает, ладно. У меня снова проблема в огороде. У меня снова проблема в огороде. Та-дам! Всего-то навсего прошло, не знаю, неделя где-то, полторы. Были дожди, и снова американка. Снова растет американка. Вот, по клубнике, что хочу сказать по клубнике. Мульчирование очень хорошо. Ну, есть местами тоже растет трава американка, но это не проблема. Это все выдерется, где-то сено это подостается, это все ладно. Самое главное у меня это чистые ягоды. То есть того результата, которого я хотела добиться. Вот. Не могу. День сегодня какой-то звонков. Звонят, я звоню, и мне звонят. То есть телефон при себе, если где-то положил, то все, куча пропущенных. Кому-то что-то надо от меня, кому-то что-то надо от меня, вернее, мне от кого-то что-то. Вот, ремонт в классе у нас происходит. Опять-таки, сегодня была мама одна, учительница наша, пару деток. Поснимали обои, поклевали дырочки, отверстия, которые были старые светильники. Вот, закупили побелки. Завтра будет кто-нибудь белить, а я, конечно же, уже буду по своей профессии более тяжелой. Буду штукатурить стены. Из простой гипсовой штукатурки будем делать декоративную штукатурку. То есть мы решили сэкономить, так как караид стоит денег. И на наш класс нужно это прилично по деньгам. Мы, родители, все не богатые. Вот, поэтому решили купить гипсовую штукатурку. Она стоит на почти наполовину дешевле, нежели штукатурка. Ну, не наполовину, но если штукатурка стоит 23 рубля, а это стоит 17 рублей, то есть разница ощутимая, правильно? Вот, так что завтра у меня ремонт в школе. Поэтому сегодня звонки. Все, мои хорошие, я в огород. Сейчас отзвонюсь. Учительница звонила. Отзвонюсь. Может, еще включусь и поболтаем. Что, немножко я освободилась от телефонных звонков. Могу с вами поболтать. Что хотела рассказать. Снимала ролик в ТикТок. И огород свой заросший. Так вот сейчас полю, вспоминаю, как мне пишут комментарии, мол, фу, как не стыдно, как можно было так запустить огород, типа это же невозможно, столько травы, вот такая-то самая. Ну вот одна там, то, ну, большинство, конечно же, поддержали, что я такая засира грознуля. Вот, правда, одна написала, я не знаю, по аккаунту я не поняла, ролики не снимает этот человек. Подписаны там в ТикТоке тоже все по-разному, не узнаешь кто. Написали, мол, это самое. Ну, женщина написала. Что вы так типа рано делаете вердикт? Откуда вы знаете? Может, человек работает по сменным графикам? Может, и когда, ну, по сменам, типа по 12 часов, может, работает человек. Вот, откуда вы знаете, почему она не успевает типа прополоть все это? Фу, вот такая вот полю вспомнила. Травы много, она уже вот большая трава. Ну, в связи с тем, что у нас проходят иногда маленькие дожди, то она рвется очень хорошо вот с корешками. Так, о, как хорошо рвется травка, видите? Уже без перчаток, уже все, уже скоро на коррекцию ногтей пойду. Как бы жалко, а с другой стороны, просто в перчатках сейчас, ну, невозможно полоть. Вот такая вот жарища. Что еще вам сказать? Дорогу сделали. С дорогой у нас все нормально уже. Пойду куркам выброшу, пока небольшой кошечек набрала, пускай погрызут, еще спать не ложатся. Фу, блин, какая жарища. Это невыносимо. А мы пока идем, сейчас вам цыпляточек покажу своих малюпасечек. Только камеру переверну и покажу вам типы. Какие уже большие наши куры несушечки, цыпляточки. Пи-пи-пи. Пи-пи-пи.
Страшно, не страшно. Наверное, курица, а вот там, наверное, петух. Черненькие эти, которые несут зеленые яйца, покупали. Красота. Сейчас я им дам травки. Брошу. Ой. Я как бабулька старая стагну, честное слово. Так уже заморилась. А еще это жара. Тут больше не так, как от работы выходишь. Не закрывается. Я когда к этой жары вообще никак. Ну, еще с большим курком тоже. Вот так высыплю, пойду еще буду рвать. Вот, и тоже сильно не прополишь, траву заливать тоже некуда. Куры тоже много травы не съедят, свиней у нас нету. Вот. Свинок нету. Поэтому тоже за раз все не прополишь. Дико, да, вот сейчас пропалю, что, может, родочек сорву. Нужно покормить кроликов. Сейчас на то, что пропашу. Хорошо, что помощничек у меня есть. Постою в тенечке, не могу на солнце. Прошу Антошку, чтобы он покормил живность. Вот, а потом пойдем за ним еще. С ним травы нужно наполоть. Травы нужно накосить, не наполоть. Боже мой. А, что вам еще сейчас расскажу. Тоже же мой лагерь ездил. Да, вы же видели, что у меня парень рослый такой, весь здоровый. Мешки по 30 килограмм штукатурки в класс занес, даже не пыхтел. Вообще замечательно. Так у него там появилась девочка. Девочка, либо уже, он говорит, девушка. Я говорю, ну пока еще, может, девочка. Он говорит, нет, девушка. Я говорю, ладно, сыночек, девушка. Вот. Ну, короче, мы садимся в машину ехать в школу. Он такой говорит, ну все, мам, держись. Катя приезжает. Катя 20 числа приедет с подругой. Не запомнила, как зовут подругу. Но главное, будущая невестка зовут Катя. Вот, приедет Катя. Я говорю, ну, может, я сейчас зря это скажу. Возможно, Катя знает о моем YouTube-канале. Может, она тоже рассказала. Ну, ладно, если что, Катя, тебе привет. Ждем тебя 20-го в гости. Вот. Надо мне график свой посмотреть еще. Дома я или не дома. А, так, ну, Сашку звоню своему, рассказываю эту ситуацию. Я говорю, надо ее проверить на этот, как называется, испытание чуль провести или что. Ну, короче, вот, в огород прополоть надо, задание дать. Так вот, наверное, надо это, посмотреть, когда я график. В графике я, не в графике. Ну, так вот, дать ЦУ Кате, чтобы скучно им тут дома с Антошей не было. Вот, чтобы это... Пропололи. А еще подруга будет, прикиньте. Ну так вообще, они мне тут быстренько огород прополи, правильно? Правильно. То есть детки уже взрослые. Вот. Насколько я поняла, Катя старше на 2 года Антона. Антоша моему 14, ей 16. Ну так я думаю, девочка 16 лет должна уметь прополоть. Еще и если я в день, так еще и мне и ужин приготовит. Кажется, блин, свекруха охренела. Говорит, вот попала свекровь, скажет, хренела свекровь. Я так смешно не могу. Вот, дорогие друзья, мы доросли до того, что уже я в 33 года уже стала почти свекрухой. Вот, ну дай бог, хай просто дружатся, хай играются, хай встречаются. Это, говорится, 14 лет это уже не маленькие дети. Я себя вспоминаю, первая любовь у меня была 15 лет, в принципе, Кате 16, поэтому я ее прекрасно понимаю. Вот. Все, моя хорошая, я пошла в огород. Не знаю, включусь я еще, не включусь, что вам еще интересного показать, рассказать. Может, если я что-нибудь интересное надумаю, такое, о чем можно рассказать. Поэтому включусь и это расскажу немного. А у меня потеют усы с бородой. И пить очень сильно хочется. Ничего есть не хочется, а только хочется пить и пить и пить. Вот.
Беги. Не пугайте ее листиками. Я не пугаю. Эй, Беги. Какая она уже Беги подросла. Хотя я уже кусилочка. Ну то, что не видно на камеру. Блин, Доминика не видно на камеру Беги. 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 А где твоя свидетельшая ока? Ты что, ничего не снимаешь? Я не хочу. Как это? Ничего не снимаю. Делаю, я ничего не снимаю. Ой, ну что, наверное, я заслужила 5 минут немножко посидеть. Что не подлила помидоры. А если вам видно, прополола всю морковку. Не всю, один родочек остался, в принципе. Вот там чуть-чуть. Вот, еще у нас на улице не темно, еще очень достаточно видно. Правда, уже кусаются комары, ничего, я сейчас одену штаны и кофту, если одену, не поленюсь. Вот, в принципе, еще есть работа в парнике, если что, если будут сильно кусаться комары. Вот, зашла тут немножко в YouTube посмотреть, где тут чего, комментариям хотя бы по комментариям пройтись. И вот, хочу ответить Ивану Трибаков. Иван Трибаков, хочу вам ответить. Вы у меня дважды оставили комментарий на двух роликах. Вот. И такой комментарий, типа, я ни хера не делаю. Так вот, хочу вам ответить на ваши комментарии. Вы глубоко ошибаетесь. У меня Санек не все делает. Так что, а если и делает, то это очень хороший муж. Согласитесь? Муж, который помогает своей жене, а жена, которая помогает своему мужу, то есть в данный момент он находится в Минске, домой он не приехал, потому что он устает, дорога очень сильно выматывает, вы это прекрасно понимаете все, вот, поэтому он остался ночевать в Минске, чтобы продолжить завтра работу, а я делаю за него его работу, то есть сарай всегда на муже, то есть кролики, куры, это мужская работа, хозяйство это его, мой это дом. Вот, поэтому в свое свободное время я помогаю мужу, если его нет, если нет меня, я не успеваю, мне помогает муж. Поэтому, дорогие друзья, дорогой Иван, не нужно писать о том, что Санек все сделает, Санек все прополит. Санек в этом году прополол только 3 родочка или 4 небольших кормовых бураков, вот. В принципе, ничего сложного нету. Весь огород на мне всегда. Огурцы у нас сажает Санек, так это у нас заведено. Мужик должен сажать огурцы. А еще есть такая пословица. Муж, мужик, парень должны огурцы сажать еще без трусов. Вот. Какая-то есть такая пословица интересная. Вот, сейчас я немножко передохну и продолжу работу. Не разорвешься на все. И стройка, строительство своего дома. Как некоторые тоже пишут. Молодец, Санек, дом поднял, сделал. Надька только ходит, снимает. Друзья, если бы мы все снимали, вот так вот поставили камеру себе на лоб и ходили, снимали все, что мы делаем, вы бы офигели от нашей работы. Вот. Как сказала, я сегодня, правда, немножко охерела от такого. Простите, уже я уже такие слова произношу, уже сама оборзела. Как сказала сегодня продавец
нашего автомобиля. Говорит, ты очень сильно загружена. Я говорю, в смысле загружена? Ну, я после ночной смены стою в очереди, она мне что-то говорит, я ее слушаю. Вроде бы слушаю, но с другой стороны, я ее не слышу. Я на нее смотрю, а у меня вот в глазах, вот я засыпаю, и у меня не то, что засыпаю, у меня еще в голове то, что детей нужно с лагеря забрать. Успеет Саша съездить забрать, успеет ли он потом на электричку доехать на работу. Значит, успели ли я поставить машину на учет, успели ли получить документы, чтобы успеть приехать домой и смотреть малышню, чтобы успеть доехать на стройку, проконтролировать, сделают ли нам дорогу. Кстати, сделали нам дорогу, и тоже было очень жарко, я была вся уставшая, и я не стала этого снимать. Вот. Может, на днях мы там появимся, естественно, мы там бываем тоже часто, поэтому засниму. Если они нам снова в Эрхол не устроят, засниму, покажу, как они нам сделали заезд. В принципе, неплохо, на легковой заедем. Вот, а пока дождемся бетона, так это у нас еще опалубка до конца не сделана. Вот, поэтому как-то вот так вот. Ну вот, и поговорить некогда. Тоже был такой, мне оставил комментарий. Да, я вот такой человек, я снимаю свой влог, что я делаю. Не то, что там даже для вас, чтобы вы, мол, вам похвастаться, я вот тут такая вот крутая, простите, руки грязные, левая рука, палю левой рукой, не знаю. Пишу я правой, я не левша, но полоть правой рукой почему-то не умею. Трава не идет в руку. Вот. Вот и ну вот, снова ну вот. Это, наверное, у меня слово паразит. Такое вот. Зараза. Это ну вот. Может, оно вас и бесит, но простите, я такой человек. Мы простые сельские люди. Вот. Опять это вот. Как это вот выбросить из вон. Вот так вот. Вот. Фух. Загруженная. Потому что загруженные мозги, загруженным и работой загруженной, и мыслями, как, что, да как, и куда, и зачем. Потому что хочется все успеть, хочется всем помочь. В школу. Возможно, завтра засниму, если получится, потому что, понимаете, сама себя снимаю, свои огороды, свою семью, своих там где-то кого-то родных и близких, да, они понимают, что это влог, что это я, без этого я уже никуда, то есть и без вас я уже никуда, уже по-любому хочется заснять, хоть чуть-чуть даже для себя, потом посмотреть, вот и посмотрят даже наши дети. В будущем зайдут и посмотрят, что вот мама пахала как лошадь, мама старалась для нас, а мы ее не слушались, мы ей помогать не хотели. Потому что не все дети, они гораздо и прям бегут вам на помощь. Нет. Мои помощники, девочки, Антоша, помощники еще какие, но все равно как бы не было. И хочется и поиграть, и все это. Поэтому как-то вот так вот. Я вам начала там снимать бэги свою. Не досняла, зазвонил телефон. Ну, может, будет как минутка, время какое-то. Отдельно шортиком засниму нашу собачку, какая она веселенькая, интересная. Так они уже спать легли. Майские жуки. Да кто это? Это страшная вещь. Похоже на майский жук, хотя уже у нас уже июль месяц. Завтра. Июль месяц уже завтра. Первое число. Уже месяц лета проскакал, люди. Проскакал месяц лета. Это все. Еще 2 месяца. И школа. Школа. Так я вот не договорила, да, вот завтра в школу. Вот надо и дома дополоть, надо дома сделать. И стирка, уборка, готовка, и строительство дома тоже нужно по своей силе. Да, я не это самое, не таскаю сильно этого бетона. Да, я не ложила блоки на дом. Я не таскала стропилы на второй этаж, чтобы на пол лаги положить эти, да, потолок между первым и вторым этажом. Крыша настропила. Ну, по крайней мере, копала опалубку, сбивала вместе с Сашей опалубку. А заливали бетон, разгребала по мере возможности, где могла. И что-то интересно было, самую тяжелую лопату мне почему-то дали. Вот. Крышу шифером накрывали, тоже об этом есть ролики, где я бегала по крыше. Как сейчас вспоминаю, соседи выше сидели там, кофе пили. Саша ходила воды, наверное, просила или что. Не помню. Так рассказывает друг этот, которого соседа пришел, говорит, это что?
баба по крыше так носится. Говорит, я бы в жизни бы так спокойно не ходил, без подвязки, без страховки. Ну, вот такие вот мы, вот. Ну, вот, вот такие вот, вот мы, Иван, понимаете? Вот. И вот и знала, вот. Начинаешь задумываться, что слово паразит все-таки у меня существует. Все, пролетел ко мне комар. Договорилась с вами, наболталась, высказалась и поскакала дальше. Некогда. Некогда болтать. Вот именно, что и некогда сесть и поговорить. У нас каждая минутка, каждая секундочка. У нас все на счету. А что-то ничего не видно уже? Обалдеть. Эта музыка там заиграла. Закат красивый. Правда, вам уже ничего не видно. Здесь очень темно. Камера без ночного видения. Ну, давайте фонарик, что ли, включу. Так же неинтересно, правда, в темноте. Опять? Ну вот. Как это мне тут таком? Опять? Ну вот. Ну вот. Блин. Не умею пользоваться телефоном. Пропололо. Это не так-то темно, друзья. Давайте я вам телефон сосниму, хорошо? Потому что на экшн-камеру совершенно ничего не видно. Во, вдруг камера поймала свет. Вот, на самом деле, как бы еще видновато, но не настолько, что совсем не видно. Ну, в принципе, все, снимаю на телефон. Заснимаю на телефон. Успела прополоть морковку и прополола кормовые бураки. Все, мы чистенько, родочки видны, земля видна. А лук, видите, еще весь в лесу. Тут 4 рядочка лука еще прополоть. Майские жуки. Даже уже было лень собирать травку в кошек и выносить. Собрала вот тут эту кучку. Вот это самое. И тут кучечка у меня лежит вот с травой. И лукошка тут оставлю. Короче, завтра все, зайчики. Ой, зайчики, сказала. Курочки все скушают. Ну и все. И вот опять, ну это, рука грознющая, потому что, ну, уже садится роса, земля мокроватая. Все, сейчас буду поливать томатики. Не знаю. Ну, уже тоже темно. Ну, в камере как бы темно, а мне тут более-менее виднее. Догадалась, Надька, фонарик включить. Сейчас я полью томатики. Тут как-то еще немножко сыровато. Тут сухо. Короче, полью томатики и уже можно валить домой. Потому что уже бабушка выглядывала в окно. И говорит, ты что? Офигела? Уже и ночью будешь работать? Бегом домой, дети спать хотят и кушать. Фу, томатики, смотрите. Так что нужно поливать. Поливаю, друзья. Я знаю, что мне многие скажут, на ночь поливать нельзя томаты. Будет типа фитофтора. Я на ночь дверь не закрываю. То есть, если будет и испарение, то все выйдет на улицу. То есть, еще немножко можно вечером и пополивать. А так, да, поливать можно томатики в закрытом грунте, которые утром, чтобы за день испарялась лишняя влага, не садилась на листочки и не было фитофторы. Это я прекрасно знаю. Все, хорош болтать, потому что время у меня все на счету. Все, полила и отчитываюсь вам. Чтоб не говорили, что я пустоляля. Ох, здесь там этих цветочков на этом томате. Офигеть. Вообще. Надо посмотреть, что за сорт такой. Какой-то он один такой единственный. Столько много цветочков. Ведь не я так делаю. Это мои ноги так делают. Что домой? Дети бежат. Мама, мы хотим кушать. Между прочим, на кухне даже и не бардак. Вот так. Понятно? Ой, здесь темнота и дверь закрыта в зале. Что они там делают? Мама.
Ой. Выключи, чтобы мне твой звук не мешал. А что это вы здесь? Играете? Да. Почему полотенце лежит в игрушках? Потому что. А борзели? Почему постели до сих пор не разосланы, и вы спать не приготовились? Вы думаете, если мама занята, то что? Это потому что мы хотим играть. Подвинься. Это а кушать бабушка. Вы не хотите? Не хотите кушать? Ура, мои дети не хотят есть. Так, первое слово даже второго. Нет, ты сразу не хочешь кушать. Давно на камере не появлялся, да? А? Давно на камере не появлялся. Да, не было, Антошки, давно. Особенно за компьютером. Особенно за компьютером. Очень давно. Очень давно. Первое слово дорос. Не сунься в камеру, обезьяна. Нет. Второе слово съела корова. А первое слово дороже второго. Понятно? А корова подавилась. Вот это слово появилось. Вот так, понятно все. А корова не давится, она красавица. Корова не красавица, ей корова нравится. Что у вас за бардак на столе? Я уже просила тебя прибрать. Давай. Я убрался, а неправда. 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 Вон бардак еще на столе. Видите? Видите? И у девочек на столе бардак. Почему бумажку с моего мороженого не выбросили? О, вот так будет лучше виден бардак в доме. А кто это вы здесь играетесь? Ну не сунь прямо в камеру, пожалуйста. Прекрати так делать. Угу. Домик какой интересный. Это не я как скажу. Это я сама стелила. Да. С Кариной. Угу. Она мне помогала. Помогала? Она ничего не делала, как она деталь положила, а я соединяла. Угу. Угу. Она ложила детальки, как нужно. И все. А я их соединяла. Это она соединяла. Угу. Она мне помогла. Угу. Молодцы. Оно посыпь. Молодцы. Ну, я еще на секунду. Ну, вот опять это но. Появлюсь немножко у вас на экране. Нужно же с вами попрощаться. Правильно, как это не попрощаться. Короче, вот так вот проходит у нас будни. Друзья, если это все снимать, то это будет очень большие длинные ролики. Все не заснимешь, все не покажешь. В принципе, вы сами понимаете, те, кто снимает влоги, в особенности. Что весь день заснять невозможно, тем более еще его нужно смонтировать. Мне уже звонил Сашка и говорил, какая ты где? Я говорю, в огороде. Ты что, говорит? Больше суток на ногах. Это получается, я ну, вчера была в ночь, сегодня с ночи. Вчера утром я в 6 утра проснулась и еще не спала. Поэтому нужно ложиться бабушке, отдыхать. Завтра снова на сегодня просыпается и снова бой. Поэтому 1 числа вы смотрите ролик, который снимался 30 числа. Ролики запаздывают, потому что пока я его склею. А бывает такое, пока он уже склеиваются файлы, я усну. И поэтому начинать загрузку могу только утром, так как ночью я обрублюсь и буду спать. Ой, дай Бог, что вы его 1 числа глядите, а не другого. Все, мои хорошие, всем счастья, любви, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Женщины, думайте о том, что вы женщины, а не ломовые лошади. Потому что мы иногда себя ведем, как лошади. Пашем, а о себе ни капельки не думаем. Все. Пойду отмываться, руку немножко отмыла, но она все равно такая останется уже. Желто-серо-красного цвета. Подумаешь, руки черные, зато видно, что я работала, а не в игрушечки игралась. Правильно? Правильно. Все, мои хорошие, всем пока!